Здрасте, накрасьте, меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Сегодня я вам покажу, как самим сделать кремовый скуловой корректор. Все на самом деле очень легко, поэтому поехали. Первый способ. Нам нужно взять два карандаша. Один мы возьмем карандаш для губ L09 Elan, и второй мы возьмем для глаз L02. Просто стержень отрезаем. Вот это поворот! И на палитре чуть-чуть разминаем. Далее нам нужно добавить консилер. Берем консилер самый темный, который у вас есть. У меня это Elan номер 3. И размешиваем. Проверим с вами на руке. Получился отличный цвет. Все как нам нужно. Это шедевр! И сейчас мы проверим это на модели. Наносим под скуловую впадину и оттушевываем на верхнюю зону. Наша кремовая коррекция очень хорошо растушевывается, очень мягко ложится за счет того, что там основа – это консилер. Сразу можем вывести чуть-чуть на височную зону. При необходимости вы можете данным средством сделать и форму глаза. То есть, если вы хотите сделать быстрый макияж глаз. Сейчас я вам покажу второй способ. Предположим, у вас есть скуловой корректор, который уже заканчивается. Например, как у меня. Мы его берем и просто чуть-чуть себе отшкрябываем. Не знаю, есть такое слово, нет, но я думаю, вам будет понятно. И также наш консилер. Вообще, в принципе, вы можете сделать такой продукт, поместить его в баночку. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. И теперь смешиваем. Также тестируем на руке. Идеальный цвет, который супер втушевывается в кожу. И сейчас с вами проверим на модели. Так как основа одинаковая, у нас консистенция получилась с двух сторон одинаковая, и нам очень легко тушевать. Если мы делаем, как я, да, разными продуктами, там, конечно, главное угадать в цвет. Но вы же так экспериментировать не будете, вы будете делать одним способом, поэтому вам не нужно будет правильно подбирать оттенки. Сразу рекомендую взять еще более маленькую кисть, это у меня F06. И сделать коррекцию нос. Потому что, когда мы делаем скуловую коррекцию, наша вторая зона уходит вовнутрь, и в акценте будет нос. Чтобы этого не было, также затемните. Надеюсь, видео для вас было полезно. Пишите обязательно в комментариях. И до новых встреч. Ладно, все, всем пока и все, до свидания.